Праздник дня первого президента в новом доме, построенном в рамках государственной программы дорожной карты занятости, ключи от квартир получили 72 семьи. Однако из-за карантинных ограничений в торжественной обстановке жилье выдано 10 семьям. Пусть ваш аграф будет высокий, пусть ваш высока только по-хорошему случаю открывается для хороших новостей, для хороших случаев. Пусть это будет дом наполнен радостью, жизнью, продолжением вашего рода, дополнениями новыми, радостями новыми. С новосельем вас, с праздником! Ерлан Тохтаров и Назигуль Тлегенова воспитывают 4 детей. Семья 6 лет ютилась вместе с родственниками в тесной двушке. Теперь места стало намного больше и, что очень важно, в собственных квадратных метрах. Мы безмерно рады, очень благодарны. Поздравляем всех с праздником. Желаем, чтобы у всех, кто мечтает о жилье, она сбылась. Только за последние 3 месяца в данной новостройке были выданы ключи от 296 квартир. Строительство домов в городе продолжается, а это значит, еще не один десяток экибастузцев справит счастливое новоселье.